Открылся первый в Казахстане институт искусственного интеллекта в рамках сотрудничества Казахстана и Южной Кореи. Учебное заведение находится на базе университета Куркыт-Ата в Кызыларде. Здесь обучаются будущие программисты и специалисты по кибербезопасности, информатике и информационным системам. Преподавание ведется по стандарту, разработанному Сеульским национальным университетом науки и технологий. В этом году институт выделил 100 грантов по 4 программам обучения: информатика, информационные системы, кибербезопасность, компьютерное программирование и разработка программного обеспечения. Совместный проект Казахстана и Южной Кореи предусматривает создание мощной материально-технической базы. Планируется открыть современные лаборатории и внедрить передовые образовательные программы.